Есть на Крещатику и свой парк. Называется он Крещатый. Находится в самом конце Крещатика, который упирается в Европейскую площадь. И вот мы видим сейчас на видео, здесь небольшая вывеска. Ну и находится большой холм, да. С одной стороны он упирается в арку Дружбы народов, а с другой стороны в парковый мост. На территории парка есть, ну, несколько достопримечательностей, например, кукольный театр, который мы сейчас видим, здание построено было лет 15 назад, новое, да, есть памятник жабе, есть музей воды, ну, и есть вот такое вот, сейчас мы дальше увидим, дерево желаний, небольшой стишок скажу, который там написан. Курочку потрешь, богатство обретешь, в гнездо монетку брось, семья не будет врозь. К лицам прикоснись, детьми обзаведись, яблоко протри, молодость верни, на птицу посмотри, счастье обрети, за корни подержись, с родителями продли жизнь, дупло записку брось, и чтоб желание сбылось. Вот такое вот дерево желаний. История парка, кстати, началась в 1872 году, когда была сооружена первая водонапорная башня, как самая высокая точка между Днепром и Киевом, да. Ну, а парк был учрежден в 1882 году как сад купеческого собрания поблизости от Европейской площади, на которой находится бывшее здание купеческого собрания, сейчас там Национальная филармония Украины. И, кстати, с 1911 по 1919 год у входа в парк находился памятник Александру II, которого во время революции снесли. Во время прогулки, пожалуйста, будьте осторожны, хотя здесь есть, конечно, перила, да, да, но очень крутые склоны Крещатого Яра, поэтому будьте внимательны и следите за детьми. Ну а дальше мы на видео видим знаменитую жабу-копилку, которая появилась здесь в 2010 году благодаря архитектору Олегу Пинчуку. Жаба весит целых 6 тонн. И как бы внутри жабы проглядывается еще какая-то жаба, да, или какое-то создание. Но, по крайней мере, на сегодняшний день это одно из самых любимых мест как киевлян, так и гостей Киева для создания фотографий. Добро пожаловать в Крещатый парк!